Отопительный сезон в Архангельске завершается 30 мая. Уже составлены график ремонтных работ на сетях. С 1 июня из крана исчезнет горячая вода. По всему городу с 2 по 6 июня пройдут гидравлические испытания. Летние ремонты на сетях и тепловых пунктах запланированы с 15 июня до 13 августа на котельных по отдельному графику. Ознакомиться с информацией по отключениям горячей воды по конкретным адресам в течение лета можно на сайте городской администрации.